А чё, мне буква так и не написал, Повода. чтобы ему бабки. Да мы молодняку скидываем призовые. О, это я подхожу. И вот, Она старого и... наскидывала, а он взял двух Амбидекстер? троих. А, поехали. Мало скидывал. В Украине А живет. чё ж вы не сказали? Это повезло, блядь. Че, выходит, что ли? Да, походу, их кто-то Походу. прогрузился. На нахуй. Вичпон полетел, или кто-то фарш. Я влететь в кубаноида, это святое дело. Штрафные фарсы. Он тебе даст какой-нибудь штрафный трубец. Витам кувал Вичпона. Спасибо. Не переживай, фарш, я тебе сейчас отдам штраф. Он уже отдал. Все нормально. Погнали. А до заявки в Лиге Наций будут вообще? В Лиге А Наций можно насчет дозаряжать почта уже. хоть сегодня, хоть завтра, в любой день. А, круто. Только это по сегодня и завтра последние дни. Я так понимаю. Также у нас последние туры остались. В смысле, Следующей последний неделе тур? еще. Сколько выходит команд? Разве? Да, 4 команды Четыре выходят. команды. А разве не два круга, ты говорил? Нет, Ну, два круга, но двадцать они два тура всего заканчиваются. лишь. Там То еще есть... половина почти. Воскресенье последний день, да? Нет, следующая неделя последние два матча. Одна ТПшка и два матча, да? Ну, я не знаю, ТПшки Или точно ТП не на... помню. ТП вроде в Почему конце у нас. ТП должна была сегодня или завтра быть, я точно не помню. На следующей неделе два матча еще. Ирландия и Англия. В Англия России дома еще надо нормально. вроде играть. Да, Россия Россия еще завтра. когда? Завтра? Россия завтра. Выбьем их из турика, да? Стараемся. И сами не выйдем никуда. У них опять кто-то не прогрузился. Почему 21, блядь, они заебали? У так нас, у нас блядь, нет потому что у вратаря. нас... А, Ты нас. да, блядь, ёпта. Охуительно, я считаю, блядь. Да, вот она, 100 баллов по ЕГЭ. Да. По русскому языку. Да, по русскому, да. Да, по русскому языку, блядь, сотно. Шах, ты сейчас говорил? Нет, Я сейчас, да. Молдаван говорил. Ну, вообще прям. Олень, это тебе было. Что-то в одной точке. А что-то как-то... Я вообще на дальку пошел, можно подкидывать на дальку. Ладно. В жопу, да? Блин. Хоть раз. Я тебе отдавал фарш. Хуй знает. Вот она. В жопу, Спасибо. да, Я там, хоть где раз. макалка, ему не забить. Ближик? Ну, сегодня убит. Кто-нибудь придет? На интерес. Два, Дочку. три. Сзади всего два человека опять. Вроде шторм должен был быть еще. Да. Санрайз мы играем, что ли? Я чуть не помню. Тут Кубана, соляная. Понял. Что я смотрю, Сан Тимур, Сан Егор, Сан Саныч. Наш. Не протестую. Ой. Вагнер.
Хорош. Позвоните. Перевод и закиньте. А точки не было. Ты без не ручно закидывал? Нет. Че так? Я всегда не ручным закидывал. Хорошо. Ты же ручным кидал раньше. Я? Да. Давай тогда попробуем ручным. Вначале было. Да, вначале ты ручной кидал. Я последние 3 недели обычным забросом шурю. Забросом я могу вывести один на один при идеальном забегании. А ручным ты я ручным всегда... можешь. Нет, ручным я всегда на квадрат. Ну, типа, какая разница? Ты же можешь вывести ручным. Ну, с более близкой позиции, да. В любой позиции. Это же рандомный закид. Рандомный. Там просто окружность притягивать как навес скорее. Да, смотри, как он закинет, он может закинуть вперед всех. Ну да, да, если кружочек маленький, если близко, если большой, круг охуительно большой. В нем определяется человек, которым потянется мяч. Внутри круга. Ну, и он занимает на всю руки за игроков, и мы просто бежим за мячом. Ну да, чаще. Мне кажется, что говорю, как раз наоборот, там, когда издалека когда кидаешь. Он далеко кидает, круг большой. Он два игроков не кинет, потому что круг на полполя. Он тебя выберет. Так он же кидал уже. Нет, тебя. Помню, вначале вот так как кидал. Рандомность какая-то присутствует. Ну, за спину лучше, конечно, забросы кидать. Бля. О. Хуй знает, мне кажется, что когда от своей штрафной, наоборот, лучше кидать навесом ручным, потому что он дальше летит. Бля, чё меня не просил? Линию. Его уже можно было в сайте оставить. Эксперт забросов это скорее там волыни, блядь. Ну давай, Дань. Хорош. Вот это, да, хорош. Это наша тема. Бля, еще и пенку привез. А как лучше привозить, ручным или, или автоматическим? Дубинати, что ли? Нет. Шах на вороту, да? Нет, круз на вороту. На круз-то бьет. Ставлю жопу. Тан Егор, бля, просто... Бля, чужую ставлю. Хуже никого ему не свиньи видел, бля. Никит, беги. Я? Okay. Давай. Чё не ручным? А отсюда лучше навесом обычным. А, да, мне кажется, что лучше ручным. А мне кажется, лучше ебался завалить. Уёба, сука. Ты с зеркалом разговариваешь, что ли? Бля, это сборная друзей. Вот видишь, смотри, ну, вот сказал. Видишь, как он далеко полетел? А это ручной навес да, был. Ну, да. Ручной навес дальше летит, чем заброс. Еще причем ручной навес по скачивающей жопой вперед. Да, он мог вообще забить. Жопой вперед выбил на 80 метров. Да он вообще как угодно, не обязательно по скачущему даже. Просто любой из точки. Вы можете потом основную сборную научить этому? Потому нет. Что они... Мы выбьем, потому что они вчера отсосали у Шинника. Сзади внимательно, 11. Трое должны быть. 11, раз, два, три. Хорош. Удачи, Шинник. У нас опять что, штарманин сзади. Забегайте. Почему? Не знаю, почему. Отсюда ты точно не закинешь. Отсюда я не вижу, короче. Смотрите, ладно, пожалуйста, внимательно. Сзади даже мотивы. Хотя там по силе, просто силу слишком сильно выжил. Ой, штрафной там я пробью. А. Хуй. Последние секунды тайма. И это Голасо. Это да. Пенальти. О, пенальти. Пенасо. Насосо. Мне поебать на вид парашюта. Он не считает. Ну, блядь, ну ты чушка ебаная. Ну зачем
Так, сзади что? Сторон. Назад. Раз, два, три. От контри не будет, сон уже похуй. 11. Еще раз 11. Не слышно тебя там, ра-ра-ра-ра, шторм. Это все было слышно на 11, наверное. Я не знаю, мне нихуя не было слышно. Сделал погромче. Что сделали? На 200 поставь. У нас там через 2 минуты оффа уже, там, чё а потом... Мы играем, а что, фрэнк, потише. Я просто... Начнем, что мы на 5 минут задержимся. Мы на 5 минут задержимся? Да. Это ж не спасает от ТП. Ты пишешь ему на 5 минут задержимся, он у тебя стоит ТП. Еще подтверждает, что приводит твои слова, блядь. У нас матч 25? 20. Тогда мы не на 5, мы больше задержимся. Не, ну нам надо выйти во время матча. И, значит, ставим на позицию. Моя, смотри. Игорь даже в Дискорде нет. Игорь поднимается домой, написал мне. Ну вот когда он в Дискорде. Это еще минут 20. Он дойдет, пока он там... Машина в метро поднимается. Нет. Из метро в дом? Нихуя себе. Ну, может, он живет в метро просто. Он просто прямую ветку построился до химок. Бурил. Опа. Шах. Шах-шах играем. Блядь, сейчас я пишу сопу. Секунду. Okay. Хорошо, сейчас ребятам напишите, пожалуйста, кто списался, что нам мяч вернуть нам. А, вот, спасибо большое. Они сами вернули. Давайте, сбегали. Ну куда? Блять, ну что ты за... Фейк и потом заброс. Скинь. Блять, чудом это прошло. Это так не сработает. Да ты, бля, просто... Это просто чудо шел, чудесное, да. Что прошло. Блядь. Ты блядь, чушка ебаная, она. Какая нахуй недружелюбная атмосфера. Да, блядь. Да не, наоборот, это атмосфера друзей, вот, которые не нравятся Антимуров, поехали. Бля. Ну зачем ты такой говоришь? В смысле, он сам такой сказал. Ну вот, блядь, словите нахуй. Фланг голый, блядь. Второй фланг голый, блядь. Офсайд. Это... О. О! Ну ты, блядь, нормально. Сам сказал, что ты забросом забрасываешь, и забрасываешь навесом. Но я теперь только ручным буду. Ну, блядь, давайте, если у нас будут такие сборы, мы, в принципе, собираться не будем, что-то заебывать начинает. Что, ты слишком серьезно относишься к этому матчу. Ну да, мы же сборные хуеты, ладно. Так, ты зачем так нас оскорбляешь? Все, хватит. Шторм прорывается по флангу. Ой, как хорошо. Ай, налево. Скину. Налево. Ой, ебать. Кто, цап или цоп, я что-то не пойму. Хорош. Можно кинуть. Ладно. Бля, можно было еда не отдать. Блядь, на волну была синка. С тобой сзади. Шах. Понял, я видел. Хорошо, ты что, сами. Ой, ой, как он увидел. Как он скинул. Итак, розыгрыш. Видите, там уже, блядь, зона свободна. Ничего. Ой, бля. Не махал бы заниматься и совет, как там обычно. Там ватер вас после трахали. Бля, почему я нагнулся-то? Ебать. Что, во что он попал? Меня. В ножку. Типа ты подкатил мяч, и в то же время он в тебя попал? Это, конечно, сильно. Блять, не угадал. Хорош. Армидзе полетел. И импульс надо было. Ладно. Блять. Импульсы где? Импульс в ПФЛ. На-на-на-на-на-на. Чему-то вверх, но... Ой-ой-ой. Офсайд? Офсайд, понятно. Чё, может, выйдем, наливать пора? Игорь, ты не отчаливать.
Но лучше начать и выйти хотя бы, если если что. мы сейчас не выйдем, мы будем потом еще 2 минуты вставать. Махинации. Да, давайте выйдем. Стартанем, потом еще выйдем матч. Только вратарь обязательно. Так что нам. Да-да, с ботом начнем просто на форварде. Бля, вот Игорь сейчас опоздал, вы опять с ним сидели где-то и вал или что? Нет. Блять, а Венгрия вообще нахуй в курсе, что мы играем? Что-то нихуя не отвечает мне. Ну как, в прошлый раз получится. Ой, блять, давайте еще перенесем. Нахуй не пойду. Они пойдут нахуй, да. Ты сразу спроси последнего соперника, может они тоже не в курсе. Вы не вышли или что? Игорь, Демирекс, Амбидекстер. А вот я, Игорь здесь. Демирекс. Чпичкон, вы вышли? Да, вставайте. А, все, все. Вот и Игорь. Давайте не хотите. Да, не, все. У нас запас времени есть, еще вам перезали. Так, Валан, ты стримишь? Да. Ну все, они молчат, кидаем пригласить пока. Сейчас еще 1 минута. А, подожди. Да. Молчат. Я тоже ему написал. Ты стримишь Валана, да, на своем канале? Да. Блин, прикол в том, что у них. А, хотя не, вот у них 2 матча через 20 минут с Ирландией. Потом с Англией. Парни, здорово, сори. Здорово, здорово. Да, бывает. Все вовремя буду, сегодня что-то не успел. Да, мы заметили. С тебя 3 гола, как минимум. В каждом матче. Из одного матча в каждом. Я не нахожу их. Кто это такой? SC Sopron SMIFCM. Кому он пишет, блять? 5 minutes ready, bro, chill. Не знаю. Может, он просто брачил? Ну, они состав выставили, типа. У них есть некий SC Sopron? Не знаю. Ой. Будь здоров. Все. Кого не начинаем? Тебя ждали. Не, ну а сейчас что? Ждем венгров. Это я ждем. Там словака будет ждать. Не, словаки уже ТПшка. Ну а словаки ТПшка. Это хуйня из того, что такие уже две команды как минимум. Только не Сербия у нас 8.45, а со Словакией. Две команды уже снялись, то есть они очки ни у кого не заберут. Вообще. Че, вы выставили ТП? Мишка Трудания в каком-то солянке более-менее играет, может, с ним Товус играет. У них там мы еще между собой Товус. ТП. Да. Не, если они сейчас, ну я не знаю, чувак пишет 8.30 нахуй, я даже не знаю, кто это, блять. Ну у тебя в тексте написано 8.30, то что ты скинул скрин. Да, а, тут там ниже, брат, 8.20, и он поставил плюс. А, окей.
ты ролик. Мы 7 минут это поговорили еще. Да. Не знаю, какое-то у них время. У вас какое время? 8, вы на какое время договариваете? В Венгрии это 9. UK, UK британское время. Это из Hungarian Mafia. Где? Давай хрень не сыграем. Блять, меня бесит, когда капслог открываешь клавиатуре, открывается блядское меню. Фифашное на R2. Какие у нас еще ВПГ Hungarian Mafia? Бля, нету их, я хуй знает. Ну, а у нас следующий матч... 0.15. 0.15, конечно, но... Типа, мы, конечно, можем подождать, блядь. Ну, давайте подождем, сыграем. Может, это... Поиграем, покажу. Ну, чё, минуту? Ну чё, через минуту? 8.30 через минуту. И чё? ТП? Или они проснуться должны? Должны проснуться. Ну, как ну, тогда он отвечает уже. Чисто в теории, если 8.30, они должны быть на позициях, как минимум. Ну, если клуб они готовы. Будет, то вряд ли. Мы дома играем. Я написал. Все, приглашай Венгрия ВПГ. Они готовы. А я вижу. Да. А можно будем называться не ВПГ Раша, а ОПГ Раша? Ну я кинул. Тебе надо тогда создать сайт ОПГ. Чему? Собрать там народу. Тут обязательно всех названия должны быть ВПГ? ОПГ, да. Да не обязательно ВПГ название. Просто ну, так повелось издавна. Так же, как да, на, все так было. На, и, точно так же, как на ПК делали IFVPA, хотя это не обязательно было. Хотя, и PCC потом. Хотя писали ну, почему-то FVPA, хотя турнир был IFVPA. Вот скажи, чем лучше по СОПу? Соперник это Венгрия. Венгрия. Они... Что за схема? Столица Будапешт. Что за схема, как играют? Три задачи. Мы на выезде с ними 1-1 сыграли. Играли лучше. Ну, чуть... Играли лучше, закрыли всех, я правильно понимаю? Да, да. Сейчас коннект на нашей стороне, значит мы лучше будем. Лучший игрок пушка. Ну и так лучше, погнали. 21 человек. У них фулки нет. Ну и... Парни, а вы начали? Просто меня не завело в игру. Понятно, это у нас фулки нет. Ждем Игоря. Нет, я просто позиции, но у меня ничего не происходит. Ну выходим туда. Молодец. Не, амбидексер пишет еще, сыграем еще раз. В этот, в чатик. Не разыгрывайте. Так, давайте быстро выходим, да. Это было давно, когда я писал. Понял. Впервые такое. Я, кстати, сталкиваюсь. Релогнемся. Да? Можете заходить.
Груз, оленик. Че он пишет, сент? Он долбоеб? А, типа, отправляйте. Блять, напиши, что вы готовы, нахуй ты пишешь, блядь. В смысле, он отправил это, мы должны отправлять. Ну, он может хуёво говорит по-английски, что ты нервничаешь. Всех загрузило там. Пока на один соперник. Да. У меня нет, меня опять не загрузил. Ой, блядь, а ты не мог, да, перезапустить FIFA там? Давай я перезапущу, ну я перезапускал. Потому что дочку третий раз надо сыграть. И на это там перезапустить. Да. Да, вот он, знаешь, что я сделал? А, капитан может разорвать, чтобы мы не выходили на поле? Это там и так разорвало, походу, потому что на 30 секунд. Вот я приму, попробую. Попробуй, Игру пожалуйста. Хорошо, у нас нет следующего матча. Мы никуда не опаздываем. Вы уже встали? Мы еще не вышли. Нет, у нас еще черный экран. Ну, можете закрывать FIFA, блядь. Значит, да, можно и не закрывать. Можно просто выйти. Просто я FIFA закрыл. Ты рано вышел, нас загрузило в матч. А, серьезно? Да. Понятно. Уходить надо еще, когда загружается именно. Выходим, выходим быстро. Да я понимаю. Уже. Я думал, что если на форме, то тоже. Я тоже недавно так вышел. Даже не на форме, а после формы все равно. Только именно когда уже в раздевалке. Или ловимся? Да, выходите, я подожду. Я скажу, когда заходите. Грузич? Бро, а у Рашки сегодня основной только один матч, да? Да. Почему? Да, один матч всего? Да. Заходите, заходите. Белый не играет. Враж. Бро, а вы still playing today, он пишет. Да? Они сами виноваты, если они опоздают на свой следующий матч. Нехуй было 10 минут приходить на матч. Дайте Игорь Путанку тогда. Пускай приглашает. Они готовы. Круз. Hungry VPG. Hungry VPG. Приглашать? Да. Да. Я так понимаю, сейчас играем в любом случае, да? Да. Так, и, Ваня, что там? Пас? Ну, играем, что делать-то? Ну, я не знаю, мы МТП уже не поставили за опоздание. Игорь сейчас пригласит, я надеюсь. Ну, я ввожу Hungry, но ничего не находит. VPG? Ну, блядь, ты правильно Hungry вводишь? H-U-N? Да. G-A-R-Y. Вот так вот пишется, Игорь. Да, я понимаю, Ваня, я так и вел. Находит Hungry, блять, Hippo FC. Можешь, ну так полностью надо ввести, а не просто Hungry. Hungry, пробел, VPG. Там уже написали в чате. Вы все подсказываете. Да я пишется Hungry, блять. Спасибо, ребят. Не нашел все равно? Сейчас еще раз нажму. Сейчас я еще раз VPG. Вот, сейчас появилось. То же самое вводил, три раза. Я высосала. Надеюсь, что да. Форма, пожалуйста. Форма еще неплохо было бы поменять, конечно. Красненькая. Да похуй, она так красная станет. Белая на белый уже не будет. Может и будет. Нет. Она выходить нельзя. Форма сборных уже. В смысле, форма официальная. Давайте не будем отвлекаться на эту ерунду. Да. У нас есть чем заняться. Да. Сосредоточиться на своих функциях на поле.
Я так понимаю, функция молчать, да? Не забывайте про вертикальные пасы на форвардов от ЦП ЦОПа. И когда катаем, тоже мощными там можно ножки форвардом свать. Смотрим заброс. Вичман, бросай, как бросал до этого. Ну, в смысле, как тебе удобно. Короче, давай, если что, ты повыше встречай, и я буду именно уже с КПшником. В центре агрессивнее можешь. Хорошо. Расставились. Я сам кину. Нет, Вичпан. Нет, сам кину. Блин, вот в следующий раз, если ты будешь сам кидать, кидай сразу. Хорош. Ну, там давай, 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 давай. НТ, НТ. Хорош. Сзади трое, пожалуйста. Давай 11. 11. Раз, два, три. Вы меня опять троллите там? У вас они плот... на подборе. Нормально. Блядь, вы меня один в один там оставили, ладно. Через дом. Хорош. Меня не тянет. Бля. Спину страхуйте. Хороший чпан. Аккуратно. Спокойно по местам остаться. Играем. Хороший. Никитич. Никитич можно. Я играю в офсайд. Хорош. Да, блядь, обидно. Да ебаный ты в рот. Внимательно. Хорошо. Можно, если диагональный КП открыть, просто навесом ему ебашить обычным. Чтобы наверняка дошло. Не летим. Не пускайте их в лицевую, пожалуйста. Они хорошие, Саня, лучшие. Давайте, давайте, соберитесь чуть повнимательнее в защитке. Понимаю, пинг наш, но все равно. Хорош. Теперь поперек смотрим тоже волну. Все посмотрим. Переводим. И КПшники шире играйте. Хорош. Ну, сука, спины, блядь. Давай, давай. Лучше. Хорош. Хороший чемпион. Все, можно через зеленый растянуть и обратно катить в центр. Через дом. Короче, упускаю, если что. Нам нужно как-то... Очень много катаем. Запросик ебануть, перечевать штрафные. Хорош. Блять. Меня было опоздать. Я заранее нажал на удар. Я сейчас создадим. А, сейчас забьем. Хорош, Вичман. Хорош. Еще вперед. Грасет. А я, хорош. Я не успел убежать. Блишка! Сзади трое, ниже стоит. Бля. Бля, как плохо она пошла. Все, все, просто садимся аккуратно и все сверху. Отлично. Шире буду. Отдам круз. Через круз на дальку можно. На, пойдет, пойдет. Могла пройти. Вытяните их чуть. Обратно. И закиньте. Ой-ой-ой. Хорош, хорош.
Может, в следующий раз попробовать в незадачу? Я уже пускаю все. А это не на максимум было. Ну я понял. Я просто потому что типа сделать забег, потом остановиться. И они вся команда, блядь, сзади. Эчпан. Ну они все там дрочат, да. Воу. Бля, как она пошла, блин. Ничего, 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 с игроками, все нормально. А вы так пробовали, по-моему. Что-то близко к ауту стоишь. Ну, у меня правая нога, потому что стоит, блядь. Угу. Я забыл ее поменять. Он все, не может идти дальше, все потому что просто. Иначе это опасно будет. Ну да. Бля. Доигрываем. А, да. Хорош, да. Саня, лучший. Есть фланг. Такой хорош. Сохраните просто пока. Привести, может, там что есть. Хорош. Фарш. Окей, ладно. Уже поздно. Так задумал. Я не ему давал. На игры уже. Поменяйте почему? Да, я понимаю. Хорош. Блять, пиздец, я думал, подшачу сейчас минута. Опять. Он бы не пойдет. Дал бы. Ну, как нормально, давили, и пару моментов создали, пол момента таких чуть не хватило. Давайте а в том же. Может, в перерыве меня с Сережей местами поменяешь, чтобы я правой ногой мог закидывать? Не надо. Давайте оставим как есть. Я тоже считаю, что лучше оставить как есть. Окей. Значит, давать буду больше в игре. Окей. Не вопрос. Даник, в тебя буду давать лучше ноги. Похуй. У них защита низко садится очень быстро. Вы бы лучше побольше делали через ЦП забросы, а не низом в штрафную. Где там толпа, блять? Давай мне, я на Аляника сделал. Ну или ладно, через круз на Шарма. Ладно. Переводить уже. Дам валы. Забегайте. Хороший. Ну! Ебать, да. Хорош. Бейте. Батаря нет, там воротах есть, что ли, хорош, лучше просто. Сюда, бля. На спокойненько отыграли. Хорош. Продолжаем там же дальше. Да, слава богу, он в касание не ударил. Давайте. Он, это ты? Это я. Ну, я про... Я понял персонажа. Персонажа, блядь. Не выбрасывайтесь на их ЦЗ, пожалуйста. Пускай катают, напорку перекрывайте просто, и все. Что? Нормально. Блять, как отобрать мяч, блять? Ну, они двинулись вовремя, штрафного. Бля, докинь. Блять. На мяч. Спину смотрим. На тебя. Нормально, нормально. А, рост прошелся? Да, да, конечно. Хорош. Дальку внимательно. Дальку подстрахуй тоже, мало ли. Лучший. Во фланг просто навесом легким. Угу. Перевод можно есть, не... Сторм один. Закидку сделайте с цаута. Подожди, амбидекстер. Когда этот, сделай замах. Давай, длинный, мне потом... пока один. А, все, хорош. Блин, бля, вот бля. Это ты зря очень делаешь, блядь. Хороший. Лучший Саня, блядь, машина. Ручные валы, ну это полная хуйня. Как... Да не, дело не в ручных, а там что его уже прессовали, просто тих, мяч прямо. Да, все, разговоры по игрокам. Может, постараемся ауты сбрасывать просто сразу же? Ну конечно, да, так, и надо, так и надо. Я не знаю, чего мы ждем. Я попросим. Был один там, амбидекстер, да? Если что, смотри, я меня крузу сразу же кого-нибудь, и все. Просто ближнего сразу смотрите. Это уже наши проблемы будут. Тащи сам. Далька будет, далька хорош, будет. Хорош, да, хорош. Я уже блядь, скидывал вот там. Сзади, внимательно. Волына, кто там? Давай.
Не, Волын далеко. Навешивай на ближку. Волын, можешь пониже, пожалуйста? Просто трое, я не знаю. Один страхующий будет должен быть. Просто пусть Круз встретит. Мы с тобой подстрахуем. Ну, смотри, какой пиздец здесь. Смотри, фланг, я смотрю, центр. Да. 11-й, хорошо. Идёт. У меня дальний навес будет. Отлично. Аккуратно, там ваше. Спешите. Нормально. Диагональ. Хороший шторм. Отлично, наш будет. Да, заебало. Давай на фланг, на форварда вынесем сразу, без паса. Давай. Поднимись чуть выше, давай. Для так, выше, Демеркс, выше. Еще выше. Вот так, стоп. Поехали. Мне кажется, это... Под него забей. Подойдь под него, Игорь, под него. Подбор забрать надо под ним. Слишком далеко, он так не выиграет просто. Не знаю, у нас выиграет. Но сложнее выиграть, когда за игроком стоишь. Хорош, давайте угол. Давай на полукруг, умеешь? Я скину на кого-то и забью. На ближний полукруг? Или... На просто на полукруг. Тогда хуй, блин. Давай попробуем. Раз, два, три. Не умел. Но в целом он навесил на полукруг. Просто не туда немножко. Где ты стоял? Да. Хорош, Крузич. Давайте чуть не самое. Спокойно, домой. Блять. Хорош. Можно в центр. Фаршмак есть. Ага. Далька. Ну, ладно, все пизда уже. Все уже. Блять, а как так? Хорош. Шаг тебе скину. Пойдет наш мяч. Окей. Давай еще раз. Давай на меня. Сразу, пока там забегите. Я забегу, сразу. Вы подстрахуйте назад. Вот, хорош. Да. Будет фарш, назад, далька там. Одна. Далька. Ладно. Че не навесили-то? Ладно. Один кто-нибудь встретит, я дальку страхую. Хорош. Угу. Лучший Круз. Можешь со мной. Окей, хорош. И чё это, блядь? Ничего страшного. Я сзади, можете повыше встретить. Здесь. Хорош. Зайди, что? Я уведу просто. Хорош. Ну, я ЦП прочитал. ЦП и так далее. Помните конспект? Да. Хорош. Через дом. И развернуть вообще в фланг. Блять, ну, прям неуклюже. Давайте, соберитесь немножко. Ну, мы ведем счет, и можно придержать немножко через дом сыграть. На самом деле. Пойдет, да. Хорош. Там сам пооткрывайте, короче, во фланг, если что, я не успеваю. Я сзади буду совсем. Игорь. Хорош. Бля, Игорь. Наш будет. Я открывал фаршу. Да ёбаные ты скидки. Проходим нормально. Хорош. Запрос внимательно смотрите. Хорош, Никита. Наш. Бля, офсайд. Офсайд. Офсайд, я по линии, блядь, штрафну у этой половины круга. Идите чуть-чуть выше, давайте и играем. Блядь, как там офсайд засчитала, собака. Десятку возьмите, он разыгрывающий. Что вы все отходите вообще? Для меня забирай на этот лоб. Ближку внимательно. Чичкон. Я десятого возьму трёшку. На полукруге. Я десятого возьму. Ребят, возьмите Глорфин трёшку и амбидекстер семерку, пожалуйста. Семерка на ближний. На ближний. Хорош. Хорош, Саня. Смотрим, не выбегаем. Отлично. Держи, Собшак, просто держи. Я один.
Бля, не смог, он опасно было здесь. Лучше на фланг. Я пытался там, блядь. Все, ладно, играем, ребят, 2 минуты осталось. Ну ты его подбирки. Вам вернет оно. Нет, на ЕС пошли. Винс? Хорош, Саня. Отлично. Все, лучше. Очень много каких-то странных решений принимаем в атаке. У нас стоят одни игроки под пас, а мы делаем какую-то хуйню. При том, что мы даже, блядь, проговариваем это. Мы говорим, блядь, кто открыт, а после этого люди делают какие-то другие действия, которые нелогичны. Слушайте, одна что мы вам подсказывают. И все заебись будет. И мы ведем в счете 1-0. В целом нам надо просто мяч держать. У нас вся защита свободна, потому что они все садятся вниз. Мы вместо того, чтобы просто покатать мяч, как мы обычно это делаем, мы все равно пихаем вперед. Перелоби? Да в целом похуй у нас сейчас. Нет, перерыв. Пока товарку давайте еще одну с кем-нибудь. Интересно, там Россия основная должна была уже начать? Вроде как. С кем там? С Португалией или с Испанией? С Испанией. Не начали. Рус. Воланде, Никите капитанку. Никита, найди, пожалуйста. Пожалуйста. Можешь сам пригласить, но нам все равно второй матч тоже на нашем коннекте играть. И амплуа. Свали раздать. Не начинайте, одну секунду, поменяю чуть-чуть билди, забыл кое-что. Леник, дай, пожалуйста, амплуа, если тебе не трудно. Чего, я же отдал уже, кому? Нет, амплуа раздай, амплуа. И этот, пригласи кого-нибудь там. Сейчас только Игорь вернется. Если ты, конечно, не занят. Никита пишет, что стрим есть, но я не вижу стрима у него. А короче, судя по таблице, мы не выйдем, и Россия за основное не выйдет. Почему? Ну, потому что у Португалии 12 матчей, и они в 2 очках от России. А у России 16 матчей. У Испании 13 матчей, и они в 3 очках от России. Ну, то, что мы не выйдем, я как бы не сомневаюсь особо. Просто шансов у России тоже выйти вообще мало. Основные. Ну, еще утопим России. Но мы вообще на 1 очко от них отстаем всего лишь. Ну да, сейчас мы на 1 очко отстаем. Но при этом у нас, ну что у них, что у нас, шансов почти нет. Ну, у них хуй знает. А, че, у них на 1 очко больше, у них это ничего не дает. Не, ну а еще учитывая, что у Португалии, например, матч со Словакией, с Ирландией, да, который в ЛТПшке себе ставит. Это уже 6 очков у них есть. Что это такое? Это, ну, типа не сборная, да, сейчас? Нет, сейчас не. Товарка. А да. Что у нас то дальше? Потом Сербия будет. 0-15. Вы какой-то матч пропустили, что ли? Да, Словакия сказала, что им ТП ставит, что они не собрались. Испания вот без ТПшек, походу. Единственный шанс, что Испания будет проебывать. Вот сейчас Россия с Испанией играет, но я единственное не понимаю. Ну, если они им въебут, то пизда. Никита сказал, что стримят, но стрима я ниже. 18 человек, это значит, что их это минус 5, их 6 человек. Кого их 6? А, этих? Ну, да. Игорь с нами? Да, Игорь с нами. Я с вами. Почему 18, 5? Их семеро.
22 минус 18 вроде 4. Да, я ошибся. Ну, они как будто не прогрузились или что? Или они реально так играть хотят? Надо поебать. Да похуй нам, блядь, 10 минут скоротать. 15. Подожди секунду. Декстер, а почему ты мне сразу не даешь? Почему ты даешь тогда через Круза, если я один на фланге? Я просто... Может быть, ты меня не видишь, мне подсказывать. Амбидекстер, в смысле. Удар будет ёбнутый. Да. Ройс. Хорош. Хорош. Хуис. Ебануться. Нормально. Да. Охуенно. Нормально. Пас касания хороший такой. Можно ведь. Блять, там уже офсайд был. Они все вышли куда-то. Да не, я хотел перевести, но там офсайд уже был момент. А, они все поднялись по линии. Если что... А, не было офсайда, блять. Если что, я опять был один Декстер. Ты на Круза опять дал. Да не Декстер он, блядь, а Амбидекстер. Ну, а как? Микро, Сергей, хорошо, Сергей, дал. Сергей, а, Сережа. Хорошо, хорошо, Сергей, Сережа. Микро. Микро. Да, да, что? Короче, если Оленик один на фланге, можно прямым ему давать. Да, блядь, может, мы лучше выйдем и сыграем? Норм, чем ну, мы пока найдем уже матч будем играть. Можно выйти и поискать, нихуя не найти. И посидеть 20 минут. Ну ладно. Просто невозможно играть. Сколько у нас матч? Серьезно, против такой хуйни. А, так в принципе мы можем реально выйти. А что? 15 минут у нас еще. Ну, если вы за 2, то найдет соперника. Нет, лучше с соперником поиграть, не знаю, там, до 70-й минуты, но чтобы они пулкой были. И выйти посередине матча. Нежели вот эту вот хуйню исправлять. Гнилый бан, сука. А в Испании... Игорь, блять, а вот что, в ОПГ сайт, там даже стримов нет, да? Типа нет ссылок никаких. У них не заполнено. Ни один матч? А в матчах, по-моему, я не знаю, можно ли посмотреть. В ОПГ есть онлайн-таблица? На ОПГ можно посмотреть. Давайте. Только если через админку. Но у меня ее, по-моему, уже нет, к сожалению. Поэтому я не могу. Я не могу. Уже давно. Меня вообще забанили на сайте ВПГ вот не так давно. Я не знаю, по какой причине. Я захожу, мне пишет your account is banned. Потому что админку не сдал вовремя. Я спросил, а в чем проблема? Мне написали, может быть, ты что-то сделал? Я говорю, ну может быть, конечно. Ну зачем? Я не знаю. Никита, у тебя капитан. Так это на ВПГ есть какая-нибудь онлайн-таблица или нет? Таблица-то есть. А что там просили от меня, что нужно делать? Мы в гане. Тебе Олянику давать прямой пас не через Круза, если Олянник свободен. Хорошо. Да я просто спрашивал, видишь ли ты меня или нет? Почему? Да вижу, просто я сейчас хуйню с Крузом. Да он точно тебя не слышит. Не, слышу, я его прибавил немного. Так, вот онлайн-таблица. Плохо было слышно. Как онлайн? Ну, она не совсем онлайн. Просто таблица, да, блядь. Значит, онлайн-таблица, когда, блядь, обновляется во время забитого мяча в матче. Тут, блядь, пока команда не подтвердит. Тут Словакия еще не внесена, да? Получается. Ну, я-то внес, но они должны подтвердить. Либо админы должны подтвердить. Тут так-то да, почему я могу отправить статистику за сборную России? Чтобы понять, или каждый может? Каждый может. Где он на это ВПГ? Чё? Говно в это ВПГ. Говно в ВПГ? Согласен. Надо им рендового выдать. В админа. Он меня спрашивал недавно. А я должен что-то искать или что? Да, если есть возможность. Да не, давай посидим просто, Никит, чё.
Посидим по пиздец. Пообсираем ВПГ. Все, спокойно. Просто как мне найти именно... Я просто найди. Получится, там одни бомжи. Ты не знаешь, кто бомжи. Хотя бы фулку найди. Нет. Напиши фул. Вот. Это нихуя себе. Че, так можно было? Он Hungary. Go в Hungary. Еще раз, блядь, не надо, блядь. Почему? Нахуй не нужно. Ну и пойди. А, Израиль там отъехал уже, да. We are 10. Я рад за вас. Ну, поляк ищет. О, оляник вылетел. Нас, походу, не заберут сейчас. Или лобби давайте. Блин, там поляки ищут хорошие. Оляник, ты живой? Живу, хожу. Ваня, ты тут? Я живу. Ваня, шторм, выходите. Марш. Немца больше не будет. Меня не выпускает. Подожди, тогда давай я тоже. Я закрыл FIFA. Да, все. Можете заходить. Блин, где, куда Red2 стримит-то, я понимаю. Да никуда, походу. А у него Twitch есть? Может, он на Twitch стримит? Ну это странно, конечно. Сомневаюсь, что у меня есть Twitch. Я нашел, конечно, давайте, канал Red2, это 11, но там тоже чисто. Тебе нету в конфе сборной основной? Меня нет. Неудобно. В таксике не полил. Мне дали ссылку, я зашел, но мне, как сказать, она оказалась недействующей уже. Розич? Может быть, фарш раздаем. Может быть, у Ромикса и там админка есть. И он меня тоже забанил. Может, у него на ОПГ есть админ? Пенальти Демирекс, вот дальний штаб на Ивалоне. Пара-пара-пам. Прампи-я-па-пам-пам. We don't have crews. We don't have crews. Чтобы ну, сейчас раз... это дальняя хуйня пропадет, и поляки пропадут. Польская Team Squad. Very interesting match coming. Что, мне кому-то посылать там? Ну, кому-то пообещались? Ждем Круза. Пришли к нам. Хорош, блядь, молодец, нахуй. Нормально, еще найдем. Бля, надо лобби делать, потому что поиск идет бесконечно. А у меня нету поиска. А он отменился, но он бесконечно идет. Нет. С чего ты взял? Мы сейчас посидим, и он найдет матч. Так-то да, ну так-то похуй. Типа в этой игре, блядь, поиск не отменяется или что? Да. Ну, вообще раньше отменялся, но у нас круз все равно не то. Дело в том, что ты когда так если мы найдем матч, может быть, мы быстрее успеем Тулу запустить, чем найдет. Нет, а так не сработает. Сейчас ты Тулу, скорее всего, не сможешь кинуть. Короче, давайте релобби сделаем. Надо релобби сделать. Вот мы и сыграли. Мы в итоге можем уже, блядь, сидеть до матча. Ну, меня бесит этот сбор, блядь. Нахуя пришел? Ой, матч блядь. Сыграл, блядь. Сначала опоздали на 20 минут, нихуя не делали. Теперь нихуя не делали. Говорю, лучше бы играли с говнорями, блядь, чем нихуя не делать. Заходите. Все, блядь, мы такие, игра такая. Ну, вот и круто. А я не согласен. Мне кажется, мы такие. Потому что сборная, блядь, ненормальная, а сборная друзей ёбаных. Здесь сборная друзей. Первая, может быть, это явно не сборная друзей.
Я вас ненавижу всех. Не игрок, что ли? Не понял. Если в сборной играет... Я тут чисто по блату. Друзья некоторые, то... Не знаю, что не звонят, друзья. Все, у Никиты капитанка. Че там поляки? Слились? Скорее мы... Да они уже, скорее всего, сыграли. Конечно. Да вон, пролетарии кидай, похер кому. Пролетарии всех стран, объединяйтесь. По факту. Пролетария. Их помело, галочку поставил. Восемь. Не найдет. Сегодня два. Хорошо, что решили ливнуть. Ой, ребят, давайте выйдем из матча, потому что они какие-то хуёвые два бота играют. Ну и чё? Всё, блядь, меня раскачивает тема. Не два бота, а больше, во-первых. Если кому-то некомфортно, мы можем выйти. Да мы вышли. Нормально, нормально. Вот с Бучей играем, вот уже 10 минут. Больше сил на матч оставим. Короче, я АФК до матча, потому что у нас 5 минут, я, блядь, заебался. А может, это шахты Сербии напишешь, спросишь, не готовы ли они часом? Сейчас напишем. Чё, вала-то ебать? Да. Сербия. Ну, у них только с ними, ой. У них только с нами сегодня матч вообще. Ну вот. Нет. Ну, возможно, они не пройдут. Будет идеальное завершение вечера. Охуенно, плюс 9 набрали. Они там ритоварку искали. Ну, они выставили состав. Значит, будут играть. Я зашел на канал Red White, и мне предлагает YouTube для вас. Трансляция 4 года назад. Зенит Асгард. АЦФ. Выиграл. Не знаю, тут состав следующий. Спортклаб на воротах, Red White, Кипятильник, ЦЗ, Абра, 0707, ПЗ, Стадницкий, Артем, ЛЗ. На Сизопорке Аслан, Мэтт, Гарри, на ЦП, 1488, никнейм. Такой вообще, блядь, как такое допустило? 1488. Значит, Гарман, Ололо, нападающий, ускоренно, ПФА. Еще есть Смирнов. И Зенит. А, и Дэнни. Дэнни 1488 Кинг. Нормально, что два игрока с циферками 1488. А, ладно. Это, нет, ну это же... Это как называется? Я знаю. Тогда, может быть, нельзя еще... Ой, не было еще бан за это. Не было фильтра. Теперь этот чувак бегает под ником просто циферки. 2-0 выиграли. Аслан, игрок кто? Матча в опорке. А. Мы играть не будем, да? Будем. Заходите. У нас еще 3 минуты до матча. Давайте. Я говорю, до матча мы ничего не будем делать. Возможно, будем. Ну, сейчас. Не, ну 3 минуты можно с ботами запустить. Нет, там точно же идем. Бля, ну напишу уже что-нибудь, заебал все этот ебаный. Да он-то, блядь, товарку нашел, ебошь, сейчас. Плюс. Ну, 0 минут искал. А они тебе вообще пишут? Red White тебе скидывает, как они сыграли, или он просто... Ну, обычно он просто стримит, и я со стрима беру инфу. Но тут нет стрима. Проблема. Написал, а если из Пашки заполнит матч, ты видишь, как они... Как они сыграли счет? Угу. Нет, наверное, нет. Потому что у меня нет админки. Это видит только админ. Блять. Сайт говна просто. Ну, я ему написал, чтобы он сохранил последние 15 минут игрового процесса. Так ему не только 15 минут надо, ему еще рост надо, если они выиграют или они еще сыграют. Ну, в перерыве же он делает рост. Там входит. Достаточно 15 будет 15 минут. А, там еще до 15 реальных минут. Ну да, да. Так, а там сегодня еще кто играет-то в составе?
Там играет. Ну, стримеров там. Там точно Костел не играет. Там стримеров нет вообще никаких. Там, наоборот, Хлакер даже не Мегадект-то, поэтому хуй знает. А, ну вставайте, Никита, Никита, Никита. Везде побрито, вставай. О! Отозвался. Ты тут, Никит? Я тут. Слушай, ты рассказывал, у тебя бой там был какой-то перед сбором. Как все прошло? Чего у меня был бой? С унитазом. А, ну я победил. Ну, блядь. Я школу побеждал. В итоге все-таки дожал, да, оппонента? Ну, удушающий взял. Не, на треугольник, блядь. Накормил, фарш говорит. Здорово. Да, я бы сказал, что унитаз поел говна. Блядь. 2-2 они сыграли. Как ты посмотрел? Нормально. Через плойку, через друзей? Нет, мне сказали. А. О, свои каналы бери. Ну все, пизда, не выходят никуда. Ну, получается, могут нам очишки подарить тогда, да, завтра? Кстати, из-за наших 3 очков и не выйдут. Все как ты хотел. Я думаю, можно распускать сборную. В принципе, все сделано. Цель достигнута. Так а что, если мы сейчас выиграем, мы будем выше них? Да. И если завтра еще их трахнем еще разочек, у нас будет реальный шанс на то, чтобы выйти. Нет, у нас нет шансов. Не, у нас будет быть очень призрачный шанс. Надо, чтобы Испания проебала Португалию, Англию. Каким-то хуем потерял очки с Венгрией, Сербией. Тоже у них еще 2 матча с Германией, кстати. Это нормальная тема. Там можно проебаться. Быть. Ну, испанцы со всеми лидерами. Венгрии, сербов они ебнут, наверное. Остальным-то могут встретить. А нам еще не обосраться с Израилем надо, как говорится. С Израилем ТП, скорее всего, возможно. А чё они, блядь? Ну не знаю, сегодня что-то молчат. Ну ты что, Израиль дома не ебнут. А, подожди, это Ирландия молчит, что ли? Подожди, сейчас. Да Ирландия, блядь. А, это Ирландия молчит, да. Ирландия да уже давно. Да. Ох уж эти странно буквы И все на одном лице. Да, пиздец. Одна хуйня. Израиль, Ирландия, так, они встают, и Америка. Эстония. Эстония, да. Так. Че, опять игры дать, капитанка? Не надо, да, слушай, мне надо. Сейчас уж, я думаю, я не буду вылетать больше. Да. Давай, планировал. Хорошо, что да игры. А гол планируешь заметь? Блять, он. Подожди, что ты делаешь? Стоит. Ну я ебал нахуй. Кто поставил эту хуйню? Ну и чего, мы релоби делаем или что? Да ну, нет. Ну я бы сделал на всякий пожарный. Они готовы. Посылай. Давай. Отправляй, попробуем. Как они называются? Сейчас. Сербия Спорт, ладно, Сент. Да. А, все. Это Овка? Да. Ага. Да. Блядь, я надеюсь, что им успело отправиться, не нашло. Бля, ебать, форма красивая. Они флаг сделали наш. Давай нам так, им красный поставь, тогда, да. Надеюсь, что Россия священная. Надо было такую же форму сделать. Да пизда она богуется. Бля, сейчас у них розовая будет, если то пизда будет. Ну как розовая, белая вот эта, блядь. Ну, непогруженная. Да, да. Ну ничего, нам синюю поставим, им белую поставим в следующий раз. Все. Белую, которой у них нет. У них есть, у них 3 формы. 3? Когда ты листнул, у них белая появилась. А, я не увидел. Но у них прогрузилось, так что все нормально вроде бы. Да? Например, когда выходили на стадион. В общем, она была куда. Я не видел, у меня все в манишках были. Да, прогрузилось. Да, нормально. Давайте, если наша разводка сейчас, дайте мне, а Леник сразу беги вперед. Да я не. Лучше, может, под Игоря открыться, подскинуть. Не-не-нет, и ты будет на него скинешь как раз таки. Послушай я меня. Да я попробую. Да я слушаю, я просто духом слабый. Да, все. Ну вот, блядь, проебал нам разводку. Отмена. Слабый духом. Внимательно. Давайте запросим. Ну вот они, кстати, катать будут много в защите. Так что их можно попрессовать.
Только сзади хорошо. Внимательнее держать надо. Угу. Охуенно. Цели немного. Ой, я залагал, блин. На вафле? Не-не-не, я не вылечу. Сказать. Если я вылечу, я скажу. Блять. Новичпона можно перевести, он один, и он закинет. Забегу. Ладно, хорош. Хорош. Можно даже низом по флангу. Они уже на своей половине. Поэтому я и сказал, можно низом на штурман, ладно. Ну, они не очень глубокие. Хорош. Блять. Все нормально. Смотри. Хорош. Да почему так долго? Хорош, давай, хорош. Давай. Хорош. Это вообще бред, блять. Так, ну тут у них фланги одни стоят. Понимаете. Mm-hmm. Хорошо. Угу. Дом. Еще дом. Смотри. Ладно. Сори. Хорошо. Шторм есть. Ну ладно. Это... Не, если надо больше катать, Шторм, давай. Катать. Дело не в том, чтобы катать, а просто шел он открыт, пиздец, а был один. Ну, по ситуации, я пас нажал, Игорь. Может. У меня не зарегало. Меня как-то он толкнул, короче, блять. Вообще нахуй, я ж улетел, игрок. Ниже, чуть внимательнее. Да блять. Стять, Крус. Ну сразу по центру ебашит сильно. На фланг пробую. Блин. Как-то не очень сильно после снова. Не поверил, я не решил не рисковать. Ну я на максимум зон. Пускать мяч не запасно был. Фланг. Иди, я страхую. Хорошо, Никита. Подожди, рано хорош говорить. Хорош. Да блять, как мир развернуть? Рано хорош, вы на одной из этих ошибки вы наступаете за 2 секунды, блядь. Смотрим ближе. Хорош. Сейчас я вовремя был. Давай, Крус. Слушай, блядь, ну я под тобой останусь. Блядь. Ну ты до конца будешь бежать, сори. Да, блядь. Ага, эшелон. Отлично. Бля, он лайк. Дай. Хорош, Вичпан. Ах, под него. Да, блядь. Слабо пошло. Уберем? Хорош. Буду один. Ладно. Хорош, давай. Ну, хорошо. Бля, как это? Хорош! Я тут прошил его. Ну, это, конечно, лакерно прошло. Молодцы. Ой, смотрите, на табло, если посмотреть, то там белый, синий, красный. Да. Класс. Хорош. Да. Надёжность. Можно. Там след. Okay. Ладно, все же. Ой, отлично. Бля, пробил бы вдальку, может, добивание было бы. Ладно, хорош. Хорош. Я пытался пробить, видишь? Да, видел. Потерял. Да. Смотрите внимательно, фанги. Потому что второй раз я не прокидывал вперед. Да просто мазь. Только первый почему-то прием хуйня. Обожаю такое. Хорош, Серега. Давай сюда ближних сразу зажму. Заброс касания чекайте на спину. Во фарш думал возьмешь. У меня был игрок. Лучше. Бегите.
Офигеть. Хорош. Сам. Ну, мне просто не бьет. Право есть, право есть, право есть. Хорош, Круз! Бля, сори, но я не знаю, мне просто не бьет он вовремя. Пробеги, наверное. Блядь, иди мимо вратаря, что ты все время вратаря убираешься. Все, 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 спокойно. Я не убираю на вратаря, потому что я боюсь, что у меня замедленно все делает. Первый раз он не смог. Да давайте заиграли уже, забейте. Да, да. Ну все, забили. Играем. Хорош, Крузич. Забили. Да, хорошо, понял. Отлично. Круз есть. А я и даю что-то долго. Сейчас бы скинул, да. Хорошо. Дальше еще прямой. Ой, хорош, хорош, блядь. Чего? Давай, Борис, Борис. Сорян. Блять, я не ожидал, что он меня разъебет так. Все, Далька горит. Я закрыл. Я вернусь со своим. Поднимались. Так и будет. Хорош. Попсовались, ребят. Хорош, давайте так же второй тайм. Забавно, второй вынос, который я на Декстера делал наискосок. Он же там почти, ну, еле-еле дошел. На кого? Ну, на Декстера. На амбидекстера, на микро, на Сергея. Да, блядь. Ну, не на Декстера, блядь. На Домирекса. Домирекстеры, блядь, ну, похуй. Короче, на Домирекса делал два выноса. Один прошел чисто, второй в борьбу, но выиграл вроде, а показалось, что красным. Типа, не дошло. Молодец. Давайте. Поехали. Никита, давай, давай через волыну. Фарш, отойди. Фарш, фарш, подвинься, фарш, подвинься. Давай. Подвинься. Так, так себе подвинулся снова. Никита, ты бежишь, блядь, в аут почему-то, а не вперед. Он попробовал. Вот бежал, почему. Сама. О. Ой, бля. Эх. Хорош. Давай, давай, давай. Лишку. Пас. Цыганите. Бей сам, пожалуйста. Хорош. Я бежал по бровке, потом резко сместился в центр, когда ты начал вышить. Я смотрел на карту, и ты как будто мало просто бежал, ну, я примерно там и бежал. Правда твоя. У меня причем камера тоже не на мне была. Так что у нас с тобой одинаковые условия. Далька будет проебана. Хорош, все, я тут. Отлично. Как это? Это блять, ну он давал нахуй не там. Хороший чпан. Ого. Так, я пойду, ну, в него. Я... Давай, я подстрахую тебя в опорке. Ладно. Ой, пролетели. С тобой, Фаш. Спокойнее. Забегай. А, верхом можно просто. Или так, давайте даже покатаем, а 3-0 ведем. Чего, блядь? Я дал. Много... Играть, мы катаем было просто верхом. Хорош. Блять, врезался. Хороший. Круз. Окей, хорош тоже. Это замах ногой был хороший такой. Есть. Да. А, ладно. Ну, вот я стою. Долго, долго, долго. Пробейте, пожалуйста. Что? Ебать, это на делаете. Шторма было. Сорян. Хорошая игра. Бля, это не так. Это ничего дарить. Да нет, просто что-то не бьете. Игорь, ты когда на фарш давал, если что, я под тобой стоял тоже. Ну, в касание продолжил бы. Я типа готов к таким штукам.
Да, но у него, мне кажется, позиция-то попасть не была. Не, я на фарш отдал бы, просто тебе не надо было там рисковать сложный пас искать через меня, типа, треугольник просто на третьего. Ты бросишь? Ладно. Хорош. Да, не надо было пазлить просто. Я выдумал лишнее. Да, блядь, сука, блядь, 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 блядь. Надо было тебе дать, да. Ну, скажи, я подскажи, блядь. Иди внимай, страшно, Вишпан. Я не в фокусе, сука, только приехал. Слышишь? Сколько, блядь, да ты уже блядь, час нахуй, сидишь, блядь. Неделю всю не в фокусе. Все, флу достать. Так, ты че ебало-то свое раскрыл, блядь? Давай там в защите играй, блядь, не выебывайся. Да я играю, блядь. Ну вот и все, блядь. Сидит, пиздит что-то. Второй темп один, фарш. Еще. Ага, и мужу. Отлично. Ой, как мы катаем. Блядь. Эх, вот сейчас бил бы, блядь. Ну да, он не в фокусе, забей, блядь. Только приехал, блядь. Бакир был пьян, фокус не вдался. За спин. Ну, что там выиграет? Ничего. Главное, что команда в фокусе, мне остальное не надо. Она вытащит меня. Хорош, Крис. Хорош, Крис. Дань. Ой, это ты, конечно. Хотел попробовать. У меня лонгбол есть в конце, не пробуйте. Еще я под тобой. Отлично. Сука. Зеленая моргнула. Лучше бы я, блядь, зеленый попал в том моменте вначале. Там пиздец, и он долго бил, я не знаю. Сегодня не бросайтесь больше хорошенький. Клан, конечно. У меня отбор не рекает, бля, кайфую. Ловы? Дальку давай. Эх. С ударом? Понятно, хорошо. Угловой, по идее. Не, бля. Бороться. Вот, вот он! Охуеть! Нас... Готовьте быстрее сразу же рост, потому что после этого попросят 100%. У них вообще нету крылья, блядь. Да нет, просто это Игорь взлетел, нахуй, наконец-то фокус поймал. Ребят, вы чё, блядь? Спустя, блядь, 4 матча. Что пробил, блядь. Не то, что поймал, он ещё им его показал. Это какой-то уже трикстер получился. Может встречать, я страхую. Но дальку я не успею страхануть, ребятишки. Опа! Блять, ну что это хуйня? А, еще разочек попробуем. Женечка. Может направо сделать? Да мне направо не получится. А у тебя левый рабочий? У меня правая. Но я-то справа стою. Какие-то анимации такие. Один, да. Лианик я один, Лианик, убить. Лианик один. Я давал ему. Я просто поверь сделал на приеме. Али Декстер, он, да. Не-не, он Лианик. Хорош. Так. Так. Панч конфета полетел. Вот это. Лонгбол стоит просто у человека. А шорт не. Чего ты вы расслабились? Я думал, сейчас разрежет, пиздец. А он вот такой дает. Вот это вы придумали, блядь. Я что-то не ожидал, что на меня придет. Обязал по привычке. Ждал на ёбку просто. Вы говорите, давайте сразу. Я дал сразу. Все правильно, все нормально. Да. Нет, ты все правильно делаешь, пан. Последняя минута. Ух. На нахуй, из-под себя. Сука, поебал, на. Блять. Вы рофлишь. Хорош. Два раза просто поебал вратарь, ебанули. Я думал, ты сам там разберешься. Ой, господи, Игорь только всё? Такое может забить, когда на 4 метрах от. Хорош, да, все на сегодня. Миш, ну он хотя бы забить может. Красавцы. Девятечку. Давайте. Че там так. Высрал, вообще нихуя непонятно. Завтра. Завтра я хотел бы тем же составом всех видеть, если вообще. Можно только можно поменять только левого форварда, пожалуйста. Фарш, блядь, в смысле не хочу. Не будет меня. Будет, блядь. Там Дани очень хочет поиграть. Дани, блядь, не хочет поиграть.
А почему? Ну, я, ты ну, так я могу, конечно, пройти, но я буду пьяный. Хочешь? Понял, а, ну если понял. Ты будешь опять пьяный, это другой вопрос. Понял, твоя позиция топ называется, что просто? Если про замену когда говорил. Если Спартак будет, то хорошо. Завтра важные матчи, блядь. Ты не можешь завтра не выпить? Фарш. Нет. Ну я пьяный лучше играю. Пиздец. Ну так волнение меньше, я согласен. А что так? Прям так тяжело, да, денёк как-то пропустить? Я сегодня трезвый. Ну, так, вот он так вот он предлагает завтра пропустить. Да, давай завтра. Ну, ты пропусти. Давай. Назад-то важный матч. Завтра Германия, завтра Россия. И завтра... Мне так похуй, блядь. Завтра я бухаю. Блядь. Посмотрим тогда ближе к сбору. Шах, просто напейся во вторник, среду и четверг в ответ и все. Да.